Всем привет! С вами Месопаж. Сегодня в теме артефакты, которые можно найти в God of War Ragnarok, а точнее стихи Квасира. Я покажу, где их найти и что они значат, так как каждый стих – это пасхалка с отсылкой на определенную игру. Все томики стихов Квасира после того, как найдены и проданы братьям, появляются в доме Синдри в этом шкафу. Подсказку с отсылкой можно найти на обложке в его названии и самом стихе, а всего в игре 14 стихов Квасира. Начну я в порядке их появления, хотя, когда появляется свобода передвижения, то все уже зависит от вас. Итак, первый томик стихов Квасира, который можно найти с отсылкой на Horizon Zero Dawn. Книга имеет обложку с рисунком в стиле банук. Название стиха «Рассветный окоем» тоже, в принципе, намекает на название игры Horizon. Да и в стихе говорится о деве с волосами цвета крови и стальных чудовищах. Этот томик мы найдем в болотах Айрванга во время задания поиски Тюра. На шестом причале, предварительно решив маленькую головоломку, мы поднимемся на эту постройку, где и лежат стихи Квасира. Это поэма Квасира. Заумная даже для меня. Собирай их, если попадутся. Следующий томик стихов «Большое общество сферы» с отсылкой на MLB The Show. Тут тоже можно узнать бейсбольный мяч на обложке. Название стиха отражает название игры, да и в стихе звучит цифра 9. А это те самые 9 иннингов, из которых состоит бейсбольный матч. Найти этот томик стихов можно на причале в Недовелире, опять же, во время задания поиски Тюра при первом визите туда. Но сначала нужно, чтобы Синдри поколдовал с луком Атрея, и можно было стрелять звуковыми стрелами. Следующий томик стихов с отсылкой на Last of Us 2. Название стиха уже напоминает название игры, но если бы не упоминание номера части, я бы могла подумать, что отсылка на первую часть игры, так как в тексте стиха отсылка на Джоэла и Элли, а это все-таки больше о первой части. Этот томик стихов можно найти при выполнении просьбы «Тяжесть цепей» на самом верху острова Люнгбакра в Свартальфхейме. Следующие стихи с отсылкой на игру Ratchet & Clank. На обложке знакомые ушки. Название стиха, по сути, перевод имен главных персонажей. Этот томик стихов можно найти также в Свартальфхейме, в рудниках Ярнсмиды. Снова же, во время выполнения задания поиски Тюра. Но для этого нужно сначала попасть на кран, который перенесет в нужное место. Полное прохождение у меня есть в отдельном виде. Ссылка будет в описании. Да ладно, я знаю, что на самом деле ты в него веришь. Что стало с Квасиром? Читатели разорвали на куски. Точнее, Тор. Следующий томик стихов Квасира. Отказ от посмертия с отсылкой на Death Stranding. Бросается в глаза последняя строка с бомбой и мочой, то есть бомбочки из мочи, которую использовал Сэм, главный персонаж игры. Найти эти стихи можно при выполнении задания «Секрет Гроа» в Альфхейме по пути в Храм Света. Ты понимаешь эти стихи? Всегда можно разглядеть какой-то смысл, брат, смотря что ты ищешь. Стихи под названием «Видение после отдыха» – это отсылка на игру Dreams. Найти можно в том же задании «Секрет Гроа», но уже в Храме Света. Томик находится как раз в том месте, откуда можно запустить топор и разрушить щит из твердого света. Ужасной ценой. Вскоре после создания храма некогда полные жизни пески Альфхейма превратились в голые пустоши.
светлые эльфы. Следующий томик стихов Квасира «Духи в стенах» с отсылкой на игру «Concrete Jenny». Обложка со следами краски от пальцев, и в тексте упоминается мальчик с кистью в руке. Это второй томик стихов Квасира, который можно найти в храме света во время выполнения задания «Секрет Гроа». Лежит он на столике. Со следующими стихами Квасира «Небесная конструкция» все выглядит очень очевидно. Рожицу на обложке можно узнать. Это Остробот. Эти стихи можно найти в гигантском скелете на равнинах Вальфхейме. То есть ты не можешь определиться? Такая нерешительность для тебя не характерна. У меня уже есть любимый стих. Из родных краев. Еще один том стихов «О стремлении в неизведанные места» имеет отсылку на игру Uncharted. Найти можно при первом посещении Ванахейма в южных пустошах по дороге в лагерь Фрейра при выполнении задания «Расплата». А ты сам писал поэмы, брат? Нет. Ну, это был глупый вопрос. Следующий томик стихов под названием «Путь» с отсылкой на игру Джонни. Игру очень просто узнать по рисунку на обложке, да и упоминание длинных шарфов тоже подводит к этому. Найти можно в Вальфхейме, в запретных песках рядом с фантомом в башенке. Туда нам придется забраться, чтобы открыть сундук, так что сложно пропустить. О, еще одна поэма Квасира. Следующий томик стихов «Призрак Востока» с отсылкой на Ghost of Tsushima. Эти стихи можно найти в Анахейме в районе кратера, но попасть туда можно только начав выполнять просьбу «Запах выживания». В колодцах после победы над Скалозубом можно попасть в лаз, который ведет к колодцу желаний. По пути можно наткнуться на томик стихов. Это же поэма Квасира. Еще один томик стихов под названием «Организация в будущем» является отсылкой на игру «Орден 1886». На обложке можно заметить символ из игры. Этот томик можно найти в Анахейме, там же, в районе кратера, по дороге в джунгли. Эту дыру пробило что-то большое. Будем начеку. Что ж, увы, это последняя поэма. Напиши свою. Давненько я не окунал свое перо в чернила поэзии. Еще один томик стихов под названием «Окровавленность» с отсылкой на игру Bloodborne. Эти стихи можно найти в Свартальфхейме, в сердцевине, но только тогда, когда будет копье в наличии. Иначе без копья в некоторые места не попасть. Подробно, как добраться в сердцевину второй раз, у меня показано в отдельном виде. Ссылка будет в описании.
Это поэма Квасира? Никогда о ней не слышал. И последний томик стихов под названием «Мертвые не скачут» имеет отсылку на игру Days Gone. Эти стихи можно найти в Мидгарде, выполняя задание «Проклятие Сигрун». В районе Гребцы, после боя с Ловчей, когда потянешь за цепь, открывается проход к сундуку Норн. И выше появляется помещение, где как раз и находится томик Квасира. Таким образом, все отсылки в стихах на игры Сони. На этом на сегодня все. Смотрите другие мои видео. Но не забудьте поставить лайк и подписаться. Удачи вам и до встречи. Еще одна поэма. Чудесно.